прощаюсь грузом 200 к дому, к маме и к невесте Насте. Я расслаблен и спокоен, бортмеханик люк откроет настежь. Раскалится китель серый от бетонных плит аэродрома. Все нормально, все в порядке, дембель в цинковой парадке дома. Ну объясните мне, за что я погиб? Я ж заплатил за эту правду сполна. И кем вчера был маджахет и талиб? Что ж ты потупилась, родная страна? Когда развалить моей смерти фреза на то, что нам решать и то, что не нам? Ведь я же должен буду что-то сказать, когда прижмет меня мой дед ордена. Когда развалит моей смерти фреза на то, что нам решать и то, что не нам. Ведь я же должен буду что-то сказать, когда прижмет меня мой дед к орденам. Я вернулся, здравствуй, мама, извини, не обнимаю, тише. Под бельем не видно раны, жаль, в то утро слишком рано вышел. Обоснусь на погосте, приходите чаще в гости, люди. Поднимайте там на месте, за 200-го по 200 будем. Ну объясните мне, за что я погиб? Я ж заплатил за эту правду сполна. И кем вчера был маджахет и талиб? Что ж ты потупилась, родная страна? Когда развалит моей смерти фреза на то, что нам решать и то, что не нам. Ведь я же должен буду что-то сказать, когда прижмет меня мой дед к орденам. Когда развалит моей смерти фреза на то, что нам решать и то, что не нам. Ведь я же должен буду что-то сказать, когда прижмет меня мой дед к орденам. Ведь я же должен буду что-то сказать.